Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем мастерить три различных панно из простых, бросовых и подручных материалов. Размеры и цветовая гамма работ могут быть любыми другими, так же как и изображения. Это все на ваше усмотрение. Основные материалы для всех работ — это гофрокартон, термопистолет, акриловые краски и лак, а также клей ПВА. Более подробный список материалов для каждой отдельной работы находится в описании под видео. Для основы из гофрокартона вырезаем и склеиваем между собой 8 одинаковых деталей. Для склеивания гофрокартона можно использовать термопистолет или клей ПВА. Любой бумагой оклеиваем боковые части внутри и снаружи. Используем клей ПВА. Для работы понадобится туалетная бумага или бумажное полотенце. Приклеиваем при помощи клея ПВА, немного разбавленного водой. Также пригодятся небольшие отрезки ажурного кружева.
После высыхания основы приклеиваем всевозможные мелкие детали. После высыхания основы на весь черный рельеф при помощи спонжа наносим белую акриловую краску. Также дополнительно по белой краске можно нанести немного перламутра или серебра. В завершение покрываем работу акриловым лаком и делаем подвес. Подобную работу можно сделать в виде панно, ключницы или бижутерницы. Для работы я применила небольшой отрезок от ламинированной доски, но вы можете использовать любую другую основу, например, ДВП, МДФ или даже склеенный в несколько слоев гофрокартон по такому же принципу, как и в предыдущей работе. Перед работой основу необходимо обезжирить. Я использовала средство для снятия лака. Если основа слишком темная, то ее необходимо покрыть грунтом. В качестве грунта подойдет обычная белая акриловая краска. Для рамы я применила деревянный ящик от фруктов с тонкими рейками. Если вы не сможете подобрать подходящий ящик, то в качестве рамы можно использовать деревянные линейки. Но здесь будет сложнее с обжигом, так как линейки довольно тонкие. В качестве замены обжига можно использовать морение различными морилками или акриловыми красками. Отверстия от скоб на планках убирать я не стану, потому что, на мой взгляд, они добавляют работе больше декоративности. Если у вас нет специальной газовой горелки, то обжиг можно сделать над обычной кухонной газовой конфоркой.
Все планки зачищаем наждачной бумагой. Для того, чтобы создать такую картинку, сначала распечатываем на принтере фон, а затем прямо на него распечатываем монохромный рисунок. Мне понравился интересный рисунок с совами. Так как распечатка сделана на струйном принтере, чернила здесь водорастворимые, и их необходимо закрепить. Для этого можно использовать акриловый лак в спрее, но у меня такого лака нет, поэтому я буду использовать обычный лак для волос с сильной фиксацией. Картинку покрываем двумя или тремя слоями лака для волос с промежуточным высыханием. После высыхания последнего слоя картинку можно покрыть хотя бы одним слоем акрилового лака. После высыхания лака картинку приклеиваем на основу при помощи клея ПВА. При помощи спонжа оттеняем края изображения коричневой акриловой краской. Планки можно приклеить любым клеем, которому вы доверяете. Я использовала столярный клей ПВА. Работу можно оставить в таком виде, либо украсить, это уже на ваше усмотрение. И в завершение покрываем работу несколькими слоями акрилового лака.
так как и в предыдущей работе данное изображение распечатано на струйном принтере, соответственно, краски здесь водорастворимы, их необходимо зафиксировать. Для этого я использую лак для волос сильной фиксации. Нанести необходимо хотя бы 3 слоя лака с промежуточным высыханием. Для ускорения действия использую обычный фен. Далее изображение необходимо покрыть хотя бы одним слоем акрилового лака. После высыхания лака картинку приклеиваем на основу при помощи клея ПВА. Основу для работы можно применить любую, я буду использовать остаток от ламината. Для имитации кирпичей используем гофрокартон. Картонные кирпичики оклеиваю туалетной бумагой, используя клей ПВА, немного разбавленный водой. Также можно применить бумажное полотенце или салфетки. При приклеивании бумагу немного сминаю, формируя необходимый мне рельеф. Таким образом оклеиваем все кирпичики. После высыхания основу кирпичей окрашиваем в коричневый цвет.
И в завершение покрываем работу несколькими слоями акрилового лака. Для кирпичиков лучше применять матовый или полуглянцевый лак. Работа готова. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам огромный привет. Всем вам желаю цветущего весеннего настроения, мира, добра, благополучия, крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. Творческого вам вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!